Здравствуйте! С вами компания Арбат Хомс и я, ее представитель Оксана. Сегодня мы находимся с вами в районе Томюк. Это часть района Мирсин. Хочу представить вам комплекс, который находится 200 метров от Средиземного моря. Что это за комплекс? Это комплекс премиум-класса, который строится из современных технологий звука и теплоизоляции. Сейчас на экране у вас 3D-фото комплекса, который называется C+. Это комплекс премиум-класса. Еще раз повторюсь, чем же отличается этот комплекс? Этот комплекс отличается тем, что здесь квартиры 2+1 и 1+1 на первом этаже будут со своими садиками. То есть у вас можно будет поставить качелю, можно будет посадить цветочки. И это главное отличие этого комплекса. Также комплекс оснащен широкой инфраструктурой. Здесь будет находиться бассейн, парковка, которая будет крытая. И этой парковкой будут пользоваться только жители этого комплекса. Сейчас, как видите, идет полным ходом строительство. И мы здесь познакомились с мужчиной. Сизина Дене? Зейнет. Зейнет Бей. Хотим узнать, когда же заканчивается строительство этого комплекса. Не заман битюер иншат? Елбашиндан сонра битюер. К концу этого года, через 8-9 месяцев, будет заканчиваться строительство этого премиум-класса комплекса. В этом комплексе квартиры 2+1, 1+1. Я вам покажу поэтажный план, где мы видим, что балконы здесь будут находиться по 9,8 метров квадратных. На этаже будет находиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квартир. Отдельная парковка подземная, бассейн, горки, теннисные корты, сауна. Все будет находиться в этом комплексе. Еще раз повторюсь, что используются материалы премиум-класса. Звукоизоляция, теплоизоляция. В этом комплексе вам будет комфортно жить как зимой, так и летом. Близкое расположение к морю делает этот комплекс более классным. Почему? Потому что море совсем рядом. 150-200 метров, и вы на море Средиземном, где я вам покажу, какое здесь море и какая набережная. Поехали. Сейчас я нахожусь на набережной Томюка. Это самое начало Томюка. Отсюда начинается набережная, которая длится несколько километров. Посмотрите, какая красота! Какая красота! Какой воздух! Вы не представляете, какой здесь воздух. Сосновые деревья, море. Дальше идет эвкалиптовая роща, где можно делать натуральные ингаляции, поставить какой-нибудь шезлонг или просто стульчик, взять с собой чай и замечательно отдыхать, просто кайфовать. Где найти еще такое место? И ваша квартира может находиться 150-200 метров от этого места. Замечательное море. Только что я снимала на комплексе, светило солнце. Подошла сюда, солнце немножко зашло за тучи, но оно обязательно выйдет через 5 минут. Мы обязательно ждем ваш отзыв на наше видео. Пожалуйста, пишите комментарии, пишите нам по телефону. Мы обязательно с вами встретимся и ответим на все ваши вопросы. Ждем вас к нам в Арбат Хомс. Добро пожаловать в город Мирсин.